Рассказывай, что случилось. Здрасте. Я мастер. Где служили? Первый батальон 10-й дивизии. Вы там охренели? Весело же. Значит, ты вернулся в дом. В соседней комнате сидел муж и ждал, когда ты ее убьешь? Я пытался придумать, как бы ночь пережить. И как, придумал? Она шизанутая. Нет! Готовьтесь, ребятки. Сейчас станет жарко. Вам конец! Не надо, нет! Пригнись! Зря ты сюда залез.